Уже более 8 лет работаю модельным агентом, и за эти годы я сформировала свой пул партнеров, которым можно доверять. Это проверенные хорошие модельные агентства, которым безопасно ездить. Они, во-первых, обеспечивают официальное оформление, как я говорила, рабочая виза. Это, в принципе, гарант того, что организация, в принципе, нормальная. Это не шарашкина контора, которая непонятно куда везет. Получить, вообще выдать рабочую визу, например, там, в том же Китае, может не всякая организация. Она должна иметь специальную лицензию, чтобы делать, например, разрешение на модельные визы. А далее, когда модель приезжает на контракт, принимающее агентство встречает ее в аэропорту, и они берут ее под крылышко и следят за моделью, ну, большую часть времени. Естественно, там свободное время, там в пятницу, в субботу, никто не будет следить за моделью, держать ее там за ручку или запирать ее в модельных апартаментах. В принципе, человек свободный. И тут есть некоторая ответственность на самой модели, чтобы понимать, что куда ходить, куда не ходить. Это уже на совести модели.